Минутой молчания и возложением цветов отметили День неизвестного солдата во Владивостоке. Студенты, курсанты, ветераны, представители власти, патриотических клубов и просто жители Владивостока собрались вместе, чтобы почтить память советских и российских воинов, погибших на полях сражений. В связи с проведением специальной военной операции, в связи с Великой Отечественной войной, мы должны помнить всех тех, чьи имена неизвестны, чей подвиг имел вклад в нашу великую победу. Церемония состоялась у братской могилы моряков Тихоокеанского флота. Именно здесь нашли последнее пристанище 8 неопознанных моряков-десантников. Тихоокеанские воины проявили доблесть и героизм в ожесточенных боях с японскими милитаристами. Останки советских солдат в 1945 году были доставлены с мест сражений во Владивосток. 3 декабря для нас не просто день памяти. Мы отдаем дань уважения всем неизвестным солдатам и морякам, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Памятные мероприятия в этот день прошли по всей стране. Люди в городах и селах несли цветы и проводили минуты молчания в память о неизвестном солдате.